На праздновании Дня города глава Самары Елена Лапушкина отметила лучших работников городского хозяйства, медицины, образования и культуры. Получили заслуженные награды гости программы «Город С». О своей профессии и заслугах перед городом и его жителями расскажет Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и Владимир Гальченко, заслуженный артист России, лауреат национальной премии «Золотая маска». Смотрите программу 19 сентября в 21:30 на телеканале «Самара ГИС».